Я был у предводителя наемников в Монтере. Ну вот, давно пора было. Он все еще в ожидании арендной платы за эту ферму. Ты должен немедленно отдать золото мне, иначе он приедет сюда сам и оторвет тебе башку. Хорошо, хорошо. Вот оно, без обид. Договорились? Ладно, ладно. Все равно. Насчет наемников. Вот арендная плата от Доминика. Хорошо. Ты, наверное, нагнал страху на этого ленивого пса. Считай, что это золото твое жалование. Эта работа того стоит. Расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле. Ты отлично, Морро. Покажи мне, как выковать оружие из руды. Тут многого знать не надо. Принцип тот же, что и при ковке оружия. Нагреть заготовку, обработать, охладить. Ну, конечно же, для оружия из руды нужна заготовка из руды. Сбежать отсюда. Вот только наемники следят за каждым моим шагом. Мне нужен сильный человек, который бы отвлек их, а я в это время смоюсь. Возможно, я смогу тебе помочь. Мне нужно Вакару, и как можно скорее. Повстанцы уже ждут меня там. У меня для них очень важная новость. Порядок, я вытащу тебя отсюда. И как ты хочешь это устроить? Давай беги, я пойду за тобой. Что? Сейчас? Да, черт побери, беги! За гениальный план. Давай, беги, говорит. А я, идиот, ищу и слушаюсь. Получилось же?
Ты совсем чокнутый. Все, хватит. Ты же хотел Вакару, не так ли? Да, но одному мне не справиться. Акара чертовски далеко отсюда. Да и местность здесь прямо кишит всякими тварями. Я провожу тебя до Акары. Беги. Что? Сейчас? Ты что, издеваешься надо мной? Да беги же, идиот! Слава Инесу, мы сделали это. Хорошо, теперь можешь расслабиться. Спасибо тебе, друг. Я никогда не забуду о твоей помощи. Спасибо, это хорошо, но награда еще лучше. Ты можешь взять все, что у меня еще есть. Вот, бери все. Это Акара. Да, это она. Новое лицо. Добро пожаловать в Акару. Нам пригодится любая пара рабочих рук. Мне нужно оружие. Ты находишься в крупнейшей повстанческой кузнице Миртаны. Конечно, у меня есть что тебе предложить. Вам нужны еще люди? О, да, и срочно. Наш предводитель, Роланд, в последнее время использует все наши резервы. Нам пригодится любой человек. У фермера Руфуса есть сообщение для вас. Очень хорошо, он наверняка принес новости из Монтеры. Спасибо тебе за то, что он добрался сюда целым и невредимым. Я найду вам новых людей. Если ты знаешь свободных людей, готовых сражаться за короля, то приводи их сюда. Ищи их в окрестностях Акары и на фермах Монтеры.
Я уверен, что там найдутся пропащие души, которые согласятся прийти сюда. Покажи мне свое оружие. Силач. Как раз то, что надо. Да и у тебя тоже банка хоть куда. Я Рэндалл Дебошир. Я боец и хочу присоединиться к повстанцам. Я шел в Акару и наткнулся на этот рудник. Что ты задумал? Видишь, вон ту пещеру. В ней самый богатый рудник, какой мне когда-либо доводилось видеть. Там есть все, что хочешь. Золото, железо, сера. Есть только одна небольшая проблема. Что еще за проблема? Рудник кишмя кишит тварями. Поэтому никто и не торопится его грабить. Правда, объединенными усилиями мы могли бы зачистить рудник. Что скажешь? Повстанцам в Акаре нужны силачи вроде тебя. Да, черт возьми, я это знаю. Чтобы я отказался от такой поживы в этом руднике? Давай раскопаем рудник. Вот это я и хотел услышать. Собирайся и идем. С этим разобрались. Так, с этим разобрались. Ну что, разве я наобещал лишнего? Ты только посмотри на эти огромные золотые самородки! Что теперь? Ты идешь и зачищаешь остальной рудник, а я начинаю его грабить. Больше ничего нет.
Рудник зачищен. То есть здесь нет больше тварей, которые бы нам помешали? Очень хорошо, парень. Теперь мы сможем беспрепятственно выпотрошить рудник. Я дам тебе 300 золотых. Теперь пойдешь в Акару? Так и быть, пойду. А ты в мое отсутствие присмотри за нашим рудником, чтобы, когда я вернусь, не весь рудник был разграблен. Ясно. Насчет вашего дефицита людей. Я привел вам сильного бойца, Рэндала Дебашира. Ох ты, а его-то ты где нашел? Отличная работа, приятель. Так держать. Как? Ты кузнец? Кузнец, повар, старатель и все что угодно. Чем меньше нас становится, тем больше обязанностей мне приходится выполнять. Покажи мне свое оружие. Не надо здесь бузить, ясно?